Я, короче, остановилась с вами немного поговорить, пока не забыла, о чем думала, пока ехала сюда. Так вот, на самом деле, если вы думаете, что я какой-то опытный ездок на байке, то нет, это вообще никогда не так, прям совсем не так. Я очень редко езжу куда-то сама, за рулем, и каждый раз, когда я куда-то выезжаю, бывает это реально раз в пятилетку, у меня, блин, начинается какая-то паника, страх, я не знаю, что у меня ни хрена не получится, я, короче, ничего не смогу. Вот, и реально каждый раз первые там 5-10 минут какие-то такие на преодоление себя идут. Вот, блин, и я поняла, что это то же самое и в новых делах. Вот сейчас у меня есть там идея, и у меня вот паника какая-то, страх, куча сопротивлений, куча отговорок, отмазок, вот. И, блин, надо, короче, просто брать, садиться и ехать. И то же самое в вот этих идеях, не знаю, нужно просто брать и делать. Вот это я прям поняла, словила сейчас такую мысль и решила сразу ей поделиться.